Собака что-то там потеряла. Ты что там потеряла, Бонь? Что там такое? Она пытается открыть. Что там такое? Ой. А, там мячик. Господи, там мячик. Мячик там. Вот. Вот что она хотела. Все. Счастливая собака. Счастливая собака. Она достала мячик. Всем привет, ребят. Смотрите, что у нас. Вчера только снимала сторис. У нас было так тепло. Мы уже обрадовались. Думали, ну все, весна пришла. Сегодня утром вот что у нас за окном. Снежок. Еще зима не ушла. Каролина приболела. Горлышко болит. Горлышко у нее болит сегодня. Утром заболело горлышко. Лекарство выпьем. Маргоша спит еще. Маргош, уже обед. Делали антистресс. Затолкали туда пластилин. Вчера они целый день просидели без телефонов, без компьютера, без ничего. И сегодня сразу раз и все. Смотреть быстренько надо. О, Боня какая активная, бодрая. Сегодня папа заходит в комнату, а она на кровати стоит. Когда все спят, уже ночь. Она стоит на кровати просто, стоя спит. Бывает у нее такое. Она может сидеть, она может стоять и спать. К нам пришла посылочка. Быстро так дошла она? Вот она, кофточка. Она тоненькая, Ксюша. Она тоненькая. Она такая холодная, мама. Тоненькая-тоненькая. Смотри, тут даже для пальчика есть отверстие. В общем, Ксюша давно хотела такую кофточку, и она как раз сейчас, видите, это Билли Айлиш. Билли Айлиш. И она сейчас со скидкой была. Она раньше стоила, по-моему, 35 с чем-то. А почему тут 119? Нет, неправильно. А, вот, смотрите, она стоила раньше 35,90, потом 12,90, и я ее купила за 6,90 в итоге. Это самый маленький XS. Ой, только она холодная, нужно ее согреть хотя бы. Я себе взяла толстовочки новые, это мои уже совсем сносились. Такая вот яркая, оранжевая. Сейчас говорят, очень модно. Это и весной оранжевый и бирюзовый цвет. Он тоже шел со скидкой. И еще один тоже такой свитшот. Тоже со скидкой шла. 11,90. Оверсайз фит. Такой цвет красивый. Мятный. Очень мягенькая, тепленькая. Вот, чтобы вам видно было. Ну, а то подлиннее, чем то. То покороче, такое удлиненное худи. Тоже теплое. Ну, тоже прикольно. Как мешок. Я себя чувствую, как в мешке. Привет. Как у тебя, я теперь как ты. Буду в мешке ходить. Еле как пролезла. Что-то горловина. Горловина немножко узковата. Нормально, нормально. Ты же все равно шнурочек завяжи. Мама! Все. Вот такая кофточка. Вот такая вот. Как перчатки надеваются. Удобно? Угу. Она, знаете, такая ткань, она это тоненькая, гладкая. Она как водолазочка. Вон там, есть Ксюша. Водолазка. Ксюша, тебе идет в таких кофточках, водолазках. Ты всегда ходишь в толстовках, а зря. Да, ребят? Почему ребята даже зря? Писали, что тебе идет, когда тебя видели в черной толстовке. Ой, в черной водолазке. А тоже так можно? Да. Глаз большой. Это как аниме, видите? Uh-huh. Рисуночек аниме. Когда ты надевала? У Ксюши две маски от Билли Айлиш, но она не надевает их. Куда? Такая вот масочка. Ну-ка, надень ее. Все, Ксюша пошла. Все, я пошла гулять. Иди гуляй. Сегодня у Бони банный день. Да? Я давно, кстати, не намочила. А зачем ты ее берешь? Поставь туда. Смотри. Какая тебе Джуди? Вот будет у тебя собака, назовешь Джуди. Джуди. Хотя Ксюша мальчика хочет, да? Джуди. Ксюша. Да. Ксюша хочет себе собаку мальчика. Водичка тепленькая, ладно. Ой, какая водичка. Я тоже искупалась, Джудичка, с тобой. Она не хочет, видишь, она. Ты хочешь что, ты хочешь полную ванну набрать? Да. В общем, ребят, вы будете свидетелями тому, что я сейчас скажу, то, что, в общем, мы Ксюше пообещали, что когда мы переедем, надеюсь, это случится очень скоро, когда мы переедем, то мы ей подарим
собачка. Да. В общем, вы теперь свидетели. Только мы переедем, то мы будем искать для нее собаку, которую она хочет. Мы даже вчера уже имя выбирали. Вот, конечно, мы ко дню рождения не успеем, мне так кажется, поэтому после. Мы хотели, думали, если успеем. А у нас есть несколько вариантов. Ричи, потом еще как? Граф, нет? Не знаю. Ричи, еще как-то имя мы нашли. Кекс, нет. Ричи или Арчи, Ричи, я не знаю. В общем, мы список смотрели, я уже забыла, какие мы выбрали, ну, мы так просто. Патрик или Сквидвард, да, еще скажи Спанч Боб. Смотри. Ой, так что, ребят, обязательно. Мама, мой ошейник! Не держи ее, с того края. Она не может. Так, все, наш Титаник поплыл. Титаник! Ну, сама доплывет. Давай, ты моя хорошая. Хорошая. Хорошо плаваешь, молодец. Все. Теперь пусть вытирается спокойно. Все, молодец, Бонечка, на тебе. Вкусняшку дадим за то, что она себя хорошо вела. Сидеть. Бонни, голос. Голос. Ты моя хорошая, да. Погрызи. Поточи зубки свои. Точи. Вот так. На. Ксюша тут чем-то занимается непонятно. Ой, будь здорова. Каролина у нас теперь заболела. Приболела. Смотри, вот это делаю. А что это такое? Антистресс? И это. Мы это делаем из бумажки просто. Просто вот такой большой. Просто так тыкать и все. Я вот такой большой делаю. И это. Понятно. Это маргарита. Ой, это классная штука. Это маргарита сделала. Ой, прикольно. Она так крутится. А там можно на что-то написать или наклеить? Да. Почему вы сегодня грустите, мадам? А? Где ваш танец знаменитый вчерашний? Она вчера так танцевала. Я ей говорю, научи меня тоже так танцевать. Она не хочет. Почему? Маму не хочет свою учить этому танцу. Так, Маргоша. Маргош, ну ты что сегодня такая грустная? Что-то случилось? Расскажи. Что-то она какая-то странная сегодня, очень тихая. Вы бы видели ее вчера. Вот жалко, мы вчера влог не снимали. Это вчера был просто сумасшедший дом. Девчонки целый день ржали, только и делали, что ржали. Прикалывали, дурачились. А сегодня все, Маргарита выгорела. Она вчера всю свою энергию выплеснула. И сегодня такая вот ходит, пригруженная, непонятно, что с ней. Я здесь перебираю полки, посмотрите, сколько у нас кокоса осталось. Мне кажется, нужно сделать печенье. Я найду рецепт сейчас. Вот сейчас режем салат. Давай, режь. Вот таким маленьким будешь резать? Все, нашла я рецепт. Очень быстро, легко и просто. Оказывается, нужно всего лишь 3 ингредиента. Это кокосовая стружка, яйцо и сахар. Так что будем делать. Так, Маргоша порезала помидор. Еще салатик. Еще давай тунец добавим. Не знаю, какой календарь. Так, это я у себя на полках нашла просрочку. Вот это вот просроченные здесь фрукты. 5 фруктов разных. Вот это вот, ну это мы не едим, это нам не понравилось. Это мидии консервированные, вообще ерунда. И было у меня вот такое вот кокосовое молоко. Тоже просрочено, оказывается, я уже давно покупала и совсем не использовала. Поэтому это у нас на мусорку. Сегодня у нас картошечка фри. И рыбные палочки. И салат от Маргариты. Давай на стол накрывай. Все, приятного аппетита. Будем ужинать. Время у нас сейчас 6 часов вечера. Папа у нас работает в ночную, поэтому он приходит у нас поздно. Вот я опять зашла на сайт, где мы выбирали имена для собак. И тут одно имя такое. Буч. Там же был Бонни. Буч, да, тут Бонни. Нет, Бонни это девочка. Ага. А здесь еще есть имя Винни или Винс, почти как Винкс. Винс. Граф Рич. Да, вот здесь вот есть имя Рич или Рич или Ричи. Ричи. Ричард. Ричард. Оскар Оушен. Оушен. Как в песне у Билли Айлиш Оушен Айс. Ну что, будем сейчас мы делать печенье.
кокосовая. Ты будешь помогать. Все будут помогать. Я! Вон она. С игрушками. А Ксюша тут делает. Что смотри, это тоже закончено. Тебе нравится это нажимать? Погремушка какая-то. На детскую погремушку похоже. Нам нужен кокос, как раз 250 грамм. Полкило кокосов, в два раза больше. По рецепту написано 250, мы будем делать полкило. Так. Еще нам нужны яйца. Чтобы 250 грамм кокоса, нужно 3 яйца. А у нас, значит, в два раза больше. И, значит, в два раза больше яиц. Вот. Все. Сделаем хвостик. Мама, чего это тебе не помогает? Не знаю, ворви это в комнате. Все. Высота немножко. Вот у меня 250, но я буду делать в два раза больше. Это поместится. В общем, вот у меня. Так, и теперь нужно... Теперь нужно отдельно размешать яйца с сахаром, а потом влить это сюда. А я Макса опять подстригла. У него вот тут такие длинные волосы были. Почему? Что почему? Руками-то не нужно ковыряться, у тебя волосы там на руках. Так, сахар 120 грамм, значит, нам нужно 240 грамм сахара. Так, все, ребята, видите, какая масса получилась? Густая. Теперь я буду катать шарики. Ну, вот такие вот печенюшки получились. Теперь я их отправляю. Ну как хочешь, Вилли. Отправляю в духовочку. Открывай. Так, на 15-20 минут. Сейчас посмотрим. Если сильно большие, в следующий раз поменьше сделаю. Все, ждем. Вот наши первые печенюшки, но я их сделала такими большими. Вторую партию я уже сделала поменьше. И видите, они тут... Один развалился. А вот эта партия уже поменьше кусочки. Ничего тут она разваливается. В общем, ребят, эти я немножко передержала, но рецепт мне этот не нравится, либо нужно больше яиц добавлять, потому что, видите, они прям сухие сильно. Они разваливаются, видите, прям рассыпаются. Либо нужно муки добавлять, я не знаю. Видите, они раскрылись. Не очень мне понравился этот рецепт, если честно. Либо нужно яиц побольше, чтобы она масса была немножко пожиже, не такая сухая. Через два дня уже школа, и мне задали уроки. Ты еще не доделала уроки? Что да, не доделала? У меня были две недели. И она только две, я одну страничку взяла. Ох ты какая! Вот надо, я бы уже закончила. Цветок почему не поливаешь? Цветок сухой надо поливать. Я вчера трогала, и он был еще... Че это за хрень? Нет, сегодня... Сейчас я вот одну страничку взяла, потом завтра попробую две странички. Я бы уже, знаешь, если бы мне задали, я бы в первый день уже все сделала, я и потом тоже спокойно отдыхала. Я могу сейчас все вот эти вот... Все вот эти вот четыре странички сейчас делать, это не сложно. Ну, долго. На. Давайте, время уже 10 часов, нужно начинать уже ложиться пораньше спать и вставать пораньше. Не спать до 12, до часу. Ба-ба-ра-бум-бум-ба-ба. Ты делай правильно. Чё ты психуешь? Я всегда это... Психушка, психушка. Смотри. Чё ты играешь? Ну вот. Маргарита начала играть. Ты Маргариту учишь? Сейчас Маргарита подсядет. Маргарита подсядет на Fortnite. Я и так уже подсяду. Да? Теперь тебе интересно? Угу. Если... Она не умеет играть. Ну, недолго. Я могу, не знаю, два раза поиграть в эту игру. Угу. То есть две это... Она что-то нашла, грызет. Да, потому что я там рассыпалась в ее еду. А-а-а.
Бонни, ты нашла свой сухой корм, остаток. Моя маленькая. Маленькая такая. Малышечка, ты выгулила? Да. Готовы? Все готовы? Да. Все, ложимся? Я недавно у них тут уборку сделала. Два пакета больших, огромных выбросила с игрушками. Но игрушки там уже были поломанные, потерянные. Те, которые они не играют. Целых два больших пакета. Теперь все убрано, все аккуратненько, ничего не валяется. Видите, все чистенько. Все, ребят, мы будем ложиться спать. Мам, я хочу с Каролиной. Камера заляпанная. Не знаю, кто ее трогал. Я хочу с Каролиной спать. Нет, по отдельности будете спать. У каждого своя кровать. Нет. Все, ребят. Всем спокойной ночи. До завтра. Все, ложимся. Все. Всем пока. 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 Пока.